Всем привет, дорогие друзья, это тот самый Лемон. И перед съемками этого видео я не верю, что в Chicken Gun есть длинноногий. Ох, Лемон, в общем, сейчас у меня почти 3 часа ночи. И это самое время, чтобы ты прямо сейчас зашел в Chicken Gun и проверил миф на длинноногого. Если он к тебе придет, то, надеюсь, ты останешься в живых. В общем, удачи. В общем, Лемон, слушай, ты должен зайти в Chicken Gun на карту Misty Town в 3 часа, вот только в 3 часа ночи в Chicken Gun, и тебе нужно его призвать и обязательно заснять на камеру. Но когда поздно ночью мне написал сначала Тёма, а потом Халар, я захотел проверить этот миф, зайдя в Chicken Gun в 3 часа ночи. И небольшой спойлер, лучше б я этого не делал. Обязательно смотри это видео до самого конца, ставь лайк, будет очень интересно и очень страшно. Со мной стоит Агли, и сейчас мы будем собираться в эту экспедицию, чтобы найти этого длинноногого. Давай, ты готов? Да, Лемон, я готов. Всем привет, ребята. Так, короче, у нас получается есть вот такие два монитора с камерами. Вот меня видно. А ну, подойди сюда, смотри. Я руками верчу, прикольно очень. Ой, ты видишь, что там камера уже мигает? У нас точно все исправно? Так, вот мы все починили, и у нас есть вот такая вот палатка, потому что мы не знаем, где там можно будет остановиться и обустроиться, поэтому будет вот такая палатка, если вдруг будет холодно. Даже если мы в здании каком-то будем, то палатку нужно будет поставить, чтобы нормально спать. Также вот такая вот машина, в которую мы уже погрузили еще один такой монитор и такую камеру. Еще мы взяли вот такие факела, чтобы ночью было не так темно и более-менее безопасно. У тебя есть факел с собой? Да, конечно, есть, Лемон. Мы же в экспедицию собираемся. А еще я взял вот такой бинокль, а у тебя такого нету, потому что ты лох. Давай так, короче, палатку мы складываем, мониторы мы складываем, и все это грузим в машину. Все, короче, мы готовы, сейчас собираемся и едем в этот город. Поехали! Блин, я реально плохо знаю дорогу, нам точно нужен будет навигатор. Блин, уже стемнело жестко. Так, нам нужно где-нибудь припарковаться и найти место, где мы будем размещаться. Ну слушай, Лэмон, мне на самом деле очень страшно здесь находиться. Здесь очень темно. Так мы в тупик заехали. Почему мы так поздно приехали? Я не знаю, тут вообще ничего не видно. Давай, знаешь что? Тут я где-то дом видел. Вот он дом, смотри. Давай тут припаркуемся, машину аккуратно поставим и зайдем в этот дом. Это же не наш дом. Да какая разница, тут никто не живет, тут страшно. Пойдем в этот дом, в этот гараж. Пойдем. Так, слушай, в гараже, мне кажется, будет не так безопасно. Давай в сам дом зайдем, попробуем. О, иди сюда, смотри, тут есть, короче, комната, которую можно под себя обустроить. А хотя нет, подожди, стой. Сейчас нужно найти самую лучшую комнату, где будет безопасно. Вот, смотри, давай мы будем тут находиться. Хотя, мы же на пикник приехали. Так, я тебе не все рассказал, понимаешь, в чем прикол? Знаешь, что такое длинноногий? А, да. Ну вот, короче, есть один факт, что он может быть тут в это время, поэтому все, не бойся. Сейчас мы быстренько закроемся. Тут, кстати, медведи обитают, поэтому. Да почему ты раньше не сказал? Ну потому что ты бы не поехал. Вот именно, что ты не поехал бы. Так, давай вот этой стеной застроим, короче, вот это вот проход, чтобы к нам никто не зашел. Смотри, тут есть окно, можно наблюдать. У меня есть бинокль. Давай, в принципе, да, все, я могу наблюдать. Смотри, теперь наша задача такая. Очень аккуратно, чтобы медведи нас не нашли, нужно поставить камеры. Сейчас покажу, что мы с собой взяли. Ты же видел, да, у нас есть мониторы. Сейчас я сгоняю в машину и все принесу. Подожди, стой тут, короче, аккуратно. Закроешь за мной эту стену. Ах, хорошо, Лемон, но... Только можешь поскорее вернуться, пожалуйста. Короче, Ром, смотри, план такой. Сейчас я беру две камеры, ты берешь одну камеру. Мы цепляем их, чтобы было видно дорогу, чтобы было видно лес и чтобы было видно райончик. Ага. Твоя задача сейчас поставить камеру на какое-нибудь дерево, чтобы было видно наш дом снаружи. А, хорошо, хорошо, я надеюсь, мне получится это сделать, потому что на самом деле я аккуратно. Безумно боюсь. Так, смотри, бери факел, обязательно возьми факел, потому что без него нам никак. Хорошо. Все, бери, получается, вот эту левую камеру. Ну, давай, давай, я беру. И мне нужно ее как-то куда-то в лес, да, вывести. Не-не-не, тебе нужно, короче, повесь, пожалуйста, вот на эту березу какую-нибудь, чтобы было виден вход, чтобы к нам никто не зашел. А я пойду камеру поставлю, чтобы было видно лес. Кстати, а где лес? Я вообще что-то его найти не могу. Нам, наверное, придется далеко отойти от дома, поэтому нужно быть аккуратными. Я думаю, что поставлю камеру сюда, будет нормально. Ты как думаешь, ты на мониторах проверишь, если ты дома? Да, я. Нормально я поставил? Да, я сейчас дома, вообще отлично смотрится, Лемон. Все, готово. Я, короче, очень быстро возвращаюсь, потому что медведи уже, возможно, заспавнились. Мон. Так, я вроде нашел дом. А, что такое? Я только что в камере видел, которую я на дереве закрепил. Ты видел ее? А, подожди, аккуратно ее закрепил. Нет, я не видел. Ее, кстати, не видно. Ты ее спрятал, да? Я прям... Где она? Она прям на березе. Тут три березы, как я должен сейчас, понять? Я не вижу, кстати. Сейчас тебе покажу ее. А ну давай, выходи. А-а-а, ты так сделал. Слушай, а, наверное, сделай так, чтобы было видно нашу дверь. То есть смотри, давай немножко подкорректируем, поставь, чтобы она направила. Да, ты понял. Я пойду возьму еще одну камеру и тоже куда-нибудь ее поставлю. О, смотри! Это очень прикольно. Я просто тебя вижу, как ты сейчас ее. Блин, это очень прикольно. Давай, ставь. Я сейчас возьму эту камеру и пойду куда-нибудь поставлю ее на дорогу. Так, короче, иди на мониторы, чтобы следить, нормально я поставлю камеру или нет. Я планирую поставить ее на вот эту машину, чтобы было видно дорогу. Мне не очень нравится, я бы, наверное, в другое место это поставлю. Лемон, ты что, видеоблог снимаешь? Нет, я пытаюсь камеру поставить нормально. О, смотри! Неплохо видно дорогу, кстати. Я сейчас еще немножко повыше ее сделаю. Блин, Лемон, я вижу, как ты это все делаешь, это так забавно выглядит. Так, смотри, я поставил. Ты что, оцени, нормально я поставил вообще, ее или нет? Вообще отлично, посмотри. Отлично прям. Все, я иду домой. Ты никого на входе нашем не видишь, чтобы я безопасно зашел? Нет, все хорошо здесь. А ну как меня увидишь, скажи, вот я захожу, я около двери. Да, я вижу.
Все, думаю, что мы сейчас в безопасности. Ой, там что-то мигнул. Это кто? Ты чего так криво ее поставил? Там что-то мигает, ты видел? Да, я видел, мигает что-то. Смотри, давай внимательно следить за лесом. Я сейчас возьму бинокль и гляну в окно. Никого ли там нету? Я никого. Там очень темно, там никого вообще не видно. Так аккуратнее, там могут быть медведи. Я знаю, что медведи могут быть. Пока что ни одного я не вижу. Так, в лесу тоже никого. В лесу все нормально. И около нашего дома тоже никого нету. И на дороге только полицейская машина заброшенная. Короче, смотри, расклад такой. Сейчас мы сидим и следим за этими камерами, но потом ты возьмешь камеру. Которая следит вот за вот этой дорогой, потому что пока что, мне кажется, она очень бесполезная. Короче, ты возьмешь вот эту камеру, которая на этом мониторе, и возьмешь ее в руки, будешь с ней ходить и снимать обстановку. Потом я пойду и точно так же буду делать и ходить, и потом мы с тобой уже вместе выйдем. То есть пока что мы друг за другом будем следить, а потом уже выйдем на вылазку вместе. А, хорошо, я понял. Смотри, видишь, там полицейская машина, и напротив нее вон там на доме висит камера. Бери, все, я понял, хорошо. Сейчас ты ее возьмешь и пойдешь в лес. Да, не бойся, тебе нужно будет пойти в лес. Я вообще не хочу этого делать. Давай. Смотри, я тебя вижу. Так, иди сюда и бери эту камеру. Так, только надо ее, наверное, повернуть, чтобы я был. Все, на себя снимай, чтобы я тебя видел хорошо. А, ты так будешь снимать? Иногда на себя поворачиваю, чтобы я видел, что происходит сзади тебя. Что происходит, ребят? Давай, я пока эти камеры по монитору, если что-то интересное, зови так, меня. Так, сейчас, хорошо, я пока буду смотреть. Покелок возьму. Блин, опять оно мигнуло. Давай, иди в лес, попробуй найти лес. Ну да, ты что думал? Там медведи, конечно, если это опасно. Кстати, ты факел в руки взял, чтобы было безопаснее? Да, я взял. Все, отлично. Так, сейчас попробую найти где-то лес, но я сомневаюсь. Блин, ну на самом деле, я смотрю от твоего лица, и что-то я уже не хочу туда идти, мне страшно. Да, мне тоже очень крипово, Лэмон, ты что меня заставил делать вообще? А ну, сделай камеру на лицо. А ну давай, еще чуть повыше сделай. Я не знаю. Очень плохо видно. Чуть подальше отойди от нее. Короче, сзади длинноногие, смотри, сзади. О, где? Я пошутил, никого нет. Все, давай, не бойся. Слушай, короче, я думаю, что пора уже мне самому взять камеру. Давай, наверное, возвращайся домой, я возьму камеру и также похожу с ней. Да, давай, я жду тебя. Было, конечно, здорово, если бы я знал еще, где дом находится. Ты что, заблудился? Ты нашел? Все, я вижу тебя на камере, вот он, ты заходишь, давай, заходи домой. Давай, наверное, сейчас камеру повешу здесь, где дом у наш. Да, я возьму там, камеру потом там, все, отлично. Давай, заходи, и я пошел. Давай, удачи тебе, Лэмон. Что такое? Я тебе клянусь, говорю, я что-то слышал. Где слышал? Подожди, ты же снимался, я ничего не видел, там ничего не было. Я тебе серьезно говорю, там что-то слышал. Где? Так, все, ладно, давай без камер, пойдем. Я проходил мимо леса, и там что-то было слышно, я тебе серьезно говорю. Пойдем. Подожди, а я не понимаю, ты что, видел или слышал? Я не могу понять. Я слышал, что такое, какие-то шорохи, знаешь, как будто ветки ломались. Может, это медведь был, ты медведи там не видел? Нет, ничего огромного коричневого я точно не видел. Блин, я тоже на камере ни одного медведя еще не было. Это, кстати, очень странно, потому что в этой области медведи обычно по 5 штук ходят, по 3 штуки минимум. Стой. Что такое? Ты где? Показалось. А чё, где? Все, так, ну мы в лесу. Подожди-ка, стоп. Медведи реально могут... Что? Уходи быстрее домой. Просто быстрее домой. Ты живой, ты где? Я тебя не вижу. Не стреляй по нему, сейчас других призовешь. Ты чё, они сейчас услышат. Быстрее домой. Все, быстрее заходим домой. Быстрее, пожалуйста. Быстрее. У меня стены нету, нужна стена. Гаси его быстрее. Он все ломает. Стреляй по нему. Все, это было очень страшно. Все, пойдем домой, закроемся. Я больше не хочу этого. О, стена. Давай быстрее заходи. Все, сейчас я покрепче ее забью и все на. Блин, сейчас. Сейчас я покрепче ее забью, чтобы он точно не прошел. Все нормально, все, тут мы более-менее в безопасности. Да, конечно. Слушай, подожди, стой. У нас же камера на лес осталась. Давай посмотрим. Там что-то мигнуло опять. Так, смотри, пожалуйста, вот на эту камеру. Я буду следить на эту камеру. Вот на эту самую левую смотри, а я на эту. Хорошо. Как только что-то увидишь, сразу говори мне. Я более-менее ветки вижу. Там что-то было, я тебе серьезно говорю, там что-то было. Это очень похоже на длинноногого прям. Ну, то есть один в один, вот тут, где-то за этим деревом. Серьезно? Я монитор, похоже, разбился. Что? Блин, я так испугался просто. Блин, я не знаю, что делать. Давай возьмем оружие и попробуем его найти. Потому что, я тебе серьезно говорю, там что-то было. Может, мы с ним справимся с оружием? А что нам делать? Мы не успеем отсюда уехать, он нас догонит. Или думаешь уехать? Что делать? У него же длинные ноги, он нас 100% догонит. Давай, Лэн, давай попробуем. Просто попробуем. Подожди, быстрее. Может быть, мы сможем уехать отсюда. Сзади, по сторонам, смотри, чтобы его не было нигде. Все, поехали быстрее. Спасибо, что досмотрел до самого конца. Кстати, у меня есть свой телеграм-канал, где я общаюсь с подписчиками, обозреваю разные мифы и баги в Chicken Gun и в Roblox. А еще там очень много конкурсов и много халявы, поэтому подписывайся, ссылка будет в закрепленном комментарии и в описании.